на вкус. Андрюша решил классный. Попробовать, да. Ну, запах классный. Классный. Это шарлотка говорит, что где-то там, это рецепт, что в Америке где-то такое тесто пекут. Хорошее. Тесто хорошо получилось, да? Угу. Другая совершенно шарлотка, разные типы шарлотки. Ну, конечно, я по-другому делаю. Она вот чем-то это... напоминает, как штрудель, да, когда это дели? Угу. Ну. Тесто классное. Ну, главное, что вкусно. Не, вкусно. Да? Сейчас я тоже попью чайку с утра. Уже ты мать проснется. Да, мама сейчас. Все лежит. Все лежит. Не, вкусный пирог. Я сейчас поеду, у меня съездить в парикмахерскую, покраситься. А потом приеду и вернусь домой, потому что сегодня опять обещают, что не будет света. Вот, воды у нас есть, приеду, там буду что-то убирать. Ремонты делать. Не знаю, говорили, что ремонты сегодня на пару часов выключат. Посмотрим. Вчера ненадолго. Да, я там борщик приготовила, если что, у нас там есть что-то перекусить. Хотела сделать. Вилечка, ты что разговариваешь? Сейчас я тебе что-то дам. Да, скажи, мне что-то не дали, да? Не дали, да. Не облизывай ножку, сейчас я тебе дам. Да. Хоть, чтобы его погладили. Не знаешь, Вилька. А я знаю, что он просит вкусняшку. Ты думаешь, его он с утра. Да. Это же Виля. Печенье. Да, печенье. Доброе утро. Сегодня Светлана ездила подстригаться, краситься. Так, Светлана? А ну посмотри. Покажись. Ну, видишь? Но все равно напишут. Челку. Почему ты челку не срезал? А ну, покажись. Почему челку выше не постригла? Не, как раз хорошо. Так, мне нравится. Же скоро маме надо записать очередь. Кстати, ты говорил, Коля, что вот тут далеко не надо вести. О, мам, вот тут уже у нас на Игрене возле магазина стрижут и красят. То не надо уже на базар ехать. Да. Так что я достану с чердака велосипед. Села на велосипед. И ты уже, мама... Ну, кто-то, видно, вот тут открывал, и она отлетела вот эта штучка. А кто открывал? Признавайтесь. Да, мама сделала. Как не трогала. Зразу побачила, значит, ты зробила. А що б я відкривала? Не знаю, щось ти там шукала, а що шукала? Да. Ну, як тобі понравився, Світлана, що спекла, ні? Яблочний той пирог. Мам. А що б я шукала? Кажу, яблочний пирог понравився тобі? Ну. Пирог, що ти її утром їла з чаєм. Нравиться, нравиться. Хто, кого, що? Та ні, не треба було натачувати, сьогодні, бач, світ не виключаю. Сьогодні світ не виключає. На це я хліба взяв чорного. Ага, це хороший. Держи. Держи, бо упаде. Та й купив сьогодні я лаваш взяв. Лаваш його постав, все це поставить в холодильник, лаваша взяв. Держи. А що таке мокре? Це мокре, бо ж м'ясо. М'ясо, мама, ти купив його м'ясо на шашличок. И ребра я взял. Ребра сейчас замаринуем. О, ребра. И взял курицу. Светлана, курича печень. Ага, я купил. А сегодня шашлычок сделаем. Согласна? Конечно. Уже давно мы шашлык не делали. А, лаваш в холодильник. Да. Лаваш в холодильник. Я вчера ж маме говорил, так сидели вечером, а кто-то шашлык жарил, и такой запах шашлыком. Я говорю маме, о, я уже давно шашлык не ел. Так взял помидоры чуть-чуть, огурцов, цибули я взял зеленый. Ну что, ставлю борща, будете сейчас борща? Мама, перец взял. Борща разогревать будете? Что, мама? Та ж перец я взял, такой салатный, ты ж не бойся, это не горький. И такую цибулю взял. Ну, на балкон носить. Ну, на террасу можу носити, бо ти так, як все, така ж, на балкон. Винось, мама. Не, бери з пакетом, бо ти зараз лушпиня полетить по всій хаті. Я тут несу таку. Понимаєш? Ну, неси. Так, неси на террасу. Ну, розтяжу без цих. Хорошо, давай, неси, добре. Мурчик прийшов. Ну, он же так не покашляет. Сегодня целый день его не было. Вот это только под вечер пришел. Молочка я ему дал.
А, молодец. Топчет молоко. Он уже прекрасный стал такой. Кругленький. То приходил и худой, как велосипед. Я ему дал чуть сухого и чуть жидкого корма. С утра не приходил, в обед не приходил. Он сейчас только вечером пришел. И молодец же, не боится собаки. Ну, тут его ели с тарелки, и он приходил. По забору, потихоньку и пришел. Я его увидел, сразу загнал наших барбосов. Молодец. Ой, как он молочко прекрасно лупит. Таблеточки ему дал. Посмотрим, как дальше с ним будет. То можно еще раз повторить. Еще раз таблетки ему купить. Ешь, ешь. Ох, ох. От молока же он сильный стал, показывает. Молодец, мурчик. Сегодня Николай привез пилу такую, электро. И мы туи пообстригали с Колей. Видите, как хорошо. Да не то, что я секатором там обстригал. Но и они уже форма совсем другая. Красивые стали. На той стороне навели с Николаем порядок. Вот эти штамповые тоже его пообстригали. Так кругом сделал. Это тоже так и я. Чуть-чуть обстриг. Я сильно не хотел ее обстригать, чуть-чуть так ее обстриг. На эти так хорошо его сделали. Потом кое-что с Николаем осенью пересадим тут. Ну, такие шариками сделал. Сосну там Николай пообрезал внизу. Навели чуть-чуть порядок. А эту елочку я тоже так чуть-чуть ее обстриг бы, она так была влево-вправо. Пускай она растет. Она принялась у нас хорошо. Наелся? Мало, а что лапку поднимаешь? Что случилось? Кушай, кушай. Ну, хоть чтобы его гладили. Привык, чтобы его гладили. Артист. Артист маленький, а? А что с лапкой? А ну... Так, не, он что-то лапку поднимает. А ну покажи, что с лапкой? Что с лапкой? Да не, нормально все. Молока больше не дам, хватит. Ну сколько ты можешь молока лупить? Я ж тебе налил. Хватит молочка. Во, кушай, бери. Бери, о, кушай. Ты ж целый день не приходил. Ешь. Целый день не приходил, пацан. Ешь давай. Я ж тоже пойду кушать. Угу. Мы хотели шашлыки сегодня делать. Да там я чуть-чуть мяса купил. Да и ребра. А вот что-то Светлана говорит, я отбивные сделаю. Это Светлана отбивные сделала. Тоже думаю, что уже буду шашлыки делать. Завтра, наверное, пожарим. После обеда уже. Я думаю, что завтра так жарко не будет. Солнце зайдет. Тоже завтра тогда пожарю. Сегодня не будем. Ешь, ешь. Так что красоту навели с Николаем. Вот такую пилку Николай купил, видите. Она электричная. Прекрасно там нарисовано, что туи обстригать. Хорошая. И такие ножницы еще Николай купил. Тоже прекрасные. Ими хорошо обстригать что-то такое толстое. И теперь я доволен, что же можно туи обстригать. Пилочка хорошая, мне понравилась. О, все, Николай арбуз сегодня купил. О, Светланка еще. Что напекла, мы еще доедаем. Отбивные. Так что сегодня шашлык у нас не получился. Завтра сделаем шашлык, не? Mm-hmm. Але туи шикарные.
такие красивые. Когда обстригали с Николаем, такой запах. Сидит он, Светлана, просит молока. Я уже молока ему не даю, хватит, он уже наелся. А на Вилю не похоже, Вилю у меня отбивные клянчи. А? Не давай, не давай. Я забыл его вывести. Ты видала, как он бежал, сейчас такой доволен, радый. Арбуз пробовали, сладкий, чего еще не пробовали? Сладкий очень. Очень сладкий, да? Ну, приятного аппетита. Сейчас я тоже уже покушаю. Николай уже поел, да?